Каких высот достиг Казахстан за 30 лет независимости и какова роль столицы в становлении республики? Эти и другие вопросы обсудили участники конференции «Независимость. Столица. Байконур». Инициаторами мероприятия выступили представители акимата одноименного столичного района. Подробности в следующем материале. Единство и согласие – незыблемая основа государственности. Так считает участник научно-практической конференции Семен Кузнецов. Он отмечает, что многонациональность – это главная фишка нашей республики на международной арене. И сейчас, по его словам, заметны плоды той самой взвешенной политики по укреплению согласия и единства. В нашей стране проживает более 140 представителей других национальностей. И думаю, что благодаря политике нашей страны мы живем дружно, благополучно, в мире и согласии. Участники конференции, в числе которых видные общественные деятели, также обсудили значимость 7 столпов государственности, озвученных Елбасы. По их мнению, эти принципы должны стать ключевыми ориентирами для казахстанской молодежи. Поэтому подрастающему поколению важно рассказывать, как республика обрела независимость, отмечает аким района Байконур Нурбол Нурсагатов. Независимость – один из главных столпов государственности, который озвучил Елбасы. Сегодня мы обсудили национальные ценности и идентичность казахского народа, потому что в 7 столпах государственности учтены передовой опыт и национально-культурные традиции нашего народа. Каждый докладчик детально изучил актуальные вопросы в науке, образовании и других темах, отмеченных в 7 столпах. По завершению научно-практической конференции общественные деятели посетили аллею писателя. Они возложили цветы к мемориалу алашурдинцев. Таким образом, собравшиеся почтили память тех, кто боролся за независимость нашей республики. Динара Абдирова, Жандос Султангазы, Хабар 24.